четвертом заезде в призе, втором гете призы Кипра принимает участие первый номер «Казарка», второй номер «Зипун». Третий, четвертый номера снялись с заезда. Пятый номер «Забавные» принимает участие. Шестой номер «Напорист», седьмой номер «Покорно», восьмой номер «Карабас» и десятый номер «Виспа». Напомню, третий номер, четвертый номер и девятый номер сняты со второго гита. Дан старт второго гита приза Кипра. Со старта сбоит восьмой номер «Карабас». Бег ведет «Казарка». На втором месте «Напористая», на третьем «Зипун», на четвертом «Покорная». На пятом «Забавная». Бег ведет первый номер «Казарка». На втором месте «Напористая», на третьем «Зипун», на четвертом «Покорная». На пятом «Забавная». Первый четверть пройдена за 32,4 секунды. Второй сбой «Карабаса». Бег возглавляет первый номер «Казарка». Далее шестой номер «Напористая», второй номер «Зипун». Бег везет первый номер «Казарка», на втором месте «Зипун», на третьем «Напористая», на четвертом «Покорная», на пятом «Забавная». А вторая четверть пройдена за 32,9 секунды. Бег ведет первый номер «Казарка». С поля пытается перехватить ее «Зипун». Сбоит «Зипун». Бег ведет «Казарка». На второе место выходит «Напористая». Возглавляет заезд первый номер «Казарка». На втором месте «Зипун». А третья четверть пройдена за 34,2 секунды. Без изменений возглавляет второй гид приза Кипра, первый номер «Казарка». А финишная прямая уверенно лидирует первый номер «Казарка» в руках мастера-наездника Абсаликова Венера. А с хорошим отрывом заканчивает дистанцию во втором гите первый номер «Казарка». Подходит к финишному столбу шестой номер «Напористая», тут же седьмой номер «Покорная», пятый номер «Забавная». А через несколько минут судейская коллегия объявит результаты второго гита приза Кипра.